В администрации Одинцовского округа прошли два показа социального новогоднего спектакля «Волшебное зеркало. Новые приключения Маши и Вовы» для ребят из семей мобилизованных. Гостями мероприятия стали порядка 700 юных жителей муниципалитета. Красочную постановку подготовила труппа молодежного театра «Крылья». В рамках реализации проекта «Крепкая семья» мероприятие поддержали активисты Одинцовского отделения «Единой России».